нас начнется концерт. В принципе, итоговый концерт даже фестиваль у нас традиционно пытается вспомнить такие самые интересные моменты зимнего фестиваля. То есть он такой достаточно свободный формата. Вот, я пригласил сегодня открыть концерт Сергея Николаева. Вот, он у нас играл на открытой студии сотворчества в рамках даже фестиваля. На этой студии тоже особенно много слушателей не было. Вот, но у нас там происходит весьма интересное событие на сотворчестве. В частности, и на фестивале тоже. Вот, и я решил сегодня пригласить двух человек, чтобы продемонстрировали свое творчество. Может быть, для какого-то другого друга слушателя, который... Надеюсь, что люди еще подтянутся. Сергей.